Так, ребят, всем привет. Сегодня приехал к нам Nissan такси опять. Вот, она битая в морду. Я вам сейчас покажу, сниму, как что будем делать. Будем вытягивать, будем красить капот. А у нас, я ее пока разобрал, паять фары. У нас вот такие вот крепления. Все от фар, которые есть. Вот они. Они все, короче, вот они. В руках у меня. Они на фаре. Вот сама фара у меня. Вот сама фара лежит. Вот, будем ее. Сама машинка стоит, она битая в морду. У нее загнуло капот. Расширить вот капот. Вот эта планка сама загнута. Вот, и вот это вот в середине вот здесь. Все туда замято. Будем вытягивать гидравликой оттуда. Также будем мы паять уже фары. Попробуем сделать крепление. Сейчас буду делать, ребят, я вам все покажу. Вот, паяльничек пока разогревается. Вот эти вот все крепления, которые вот у нас, они поломаны. Крепления, будем их устанавливать. Как-то так. Смотрите далее. Будем сейчас приступать мы паять. Вот. Сейчас попробуем мы восстановить эту фару. Не знаю, как получится, конечно, не получится. Но все же попробуем. Также мы потом еще взяли вот ремкомплект у нас, типа стекловолокна вот такого. Вот. Типа, ну, клей. Помажем. Может будет держать. Просто, ну, люди как бы не хотят покупать фары новые, они, во-первых, ну, не дешевые, вот. А во-вторых, это такси, она все равно завтра же и приедет, я. Вот, как-то так. Ну, будем сейчас смотреть, как можно вообще починить, и можно вообще это сделать или нет. Даже не помню, как они, блин, стояли уже, эти крепления. Будем устанавливать что-то, пробовать, конечно, не знаю, получится, не получится. Так, ну вот мы паяем, в принципе, у нас как бы более-менее получается. Сейчас я вам покажу вот, на камеру. Вот он у нас. Берем и запаиваем эти кронштейны. Потом еще, в принципе, можно вот этим клеем пройтись. Ну и как бы будет держать. Ну и также бампера проходим. Также их потом с другой стороны также склеиваем. Вот такой же, таким же материалом, стекловолокно. Вот, ну, в принципе, вот одно крепление, я так думаю, уже готово. Сейчас оно остынет, застынет. Покажу, как у нас получилось. Ну, вот все, в принципе. Вот у нас как получилось само крепление. По кругу мы все запаяли. Вот, по кругу мы запаяли. Сейчас вот такие будем паять тоже. Вот эти, конечно, самые сложные, потому что что тут паять-то, тут, блин, уже, блядь, вся, вон она вся. Ну, попробуем. Вот. Сейчас запаяю, ребята, сниму, покажу. Так, ребят, ну вот у нас как получилось.
Снизу вот это, которое крепление крепится, где у нас крыло на Ниссане. Вот я его сделал. Вот оно у нас. Крепление. Ухо само, которое крепится к крылу. Тоже вот оно. Держится нормально. Никуда оно не денется. Вот я его пропаял. С обоих сторон. И вот сейчас самое главное вот это. Блин, ухо. Ой. Самое главное вот это ухо куда. Либо куска не хватает. Ну, скорее всего, наверное, куска не хватает. Либо не пойму, как оно должно быть. Ну, наверное, скорее всего, так оно должно быть у нас. Вот, сама еще фара, он тоже треснула. Вот она, сама фара, вот она еще треснула, надо здесь запаять. Ну и также вот ее, короче, сверху. Вот так она должна быть, вот. Ну и также припаять ее. Вот. Сейчас сделаю, все покажу. Ну, фару мы сделали. Она вон сзади лежит, сейчас я вам покажу. Вот, я ее сделал. Крепление все то же самое сделал. Ну, вот, и я сейчас делаю здесь, я уже сделал крепление. Вот этого ушка уже нету. Машина вот после ДТП, половины пластмассы нету. Вот. Сделал здесь, паял. Вот у нас. И осталось то же самое, вот это большое ухо. Сейчас я ее, его, точнее, его. Также спаяю. Поставлю, спаяем, сделаем все. Все будет хорошо. В принципе, ничего сложного. Всей этой заниматься бодягой. Но, с одной стороны, блин, тоже как-то не очень хочется. Вот. Сейчас все доделаю. Я вам сниму, обзорчик покажу, как этот фары запаяны и так далее. В принципе, что тут нужно? Паяльник. Да больше ни хрена ничего не надо. Ну и вот это. И то еще тоже она может быть не факт пригодится. Там на той фаре я уже сделал. Запаял, взял, так потряс ее за этот, за то, что припаял. Она даже не отвалилась. Поэтому, как бы, даже, наверное, не надо будет клеить это все, вот это, ну, фигня, бредятельно заниматься. Вот. Она это просто крепление прикрутила, чтобы она никуда не делась, и все. Там никаких усилий нету на фары и так далее. Вот. Ну, в принципе, вот как-то так. В принципе, ничего сложного, короче. Ничего сложного здесь ничего нету. Сейчас также здесь припаяем то же самое. И все. И считаю, фара готова. Это видео будет, как восстановить фары поломанные, как запаять и так далее. Вот. Вторую фару я тоже запаял. Вот она, все держится. Здесь тоже запаял. Вот. И низ также запаял здесь. Вот. На данный момент сейчас будем мы тянуть воду. У этого автомобиля у нас есть здесь гидравлические, чтобы вытягивать и так далее. Стоит сзади, куда убираем, покажу. Вот она. Вот, это будет в следующем видео. Это видео будет такое короткое, как там вот, запаять фары на Ниссане Альмере. Кому интересно, смотрите. И у меня долго видео не выходит, потому что сейчас как бы времени нету. Не было, у меня много видео накопилось, надо все скинуть вам, посмотреть. А так, в принципе, все. Спасибо всем за просмотр, ребят, всем пока.